Если у тебя есть Библия, открой Руфь. Только не бросайте, держите это, ладно? В твоем присутствии горы тают. В Руфь написано. Смотрите, что происходит. Первая глава. 14 стих. Лучше с 15. В 14 стихе Орфа оставляет Наимень. И в 15 стихе написано, Наимень сказала Руфе, вот невестка твоя возвратилась к народу своему, к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я жить буду. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой. А в новом переводе сказано, если что-то кроме смерти меня разлучит с тобой, я буду проклята. Дух Святой говорит мне сейчас, что здесь есть люди, которые находятся вот в таком этапе отрезки жизни. Мы идем христианский свой путь, и вначале начинается все очень весело. Даже нехватка, даже какие-то обстоятельства, как Тедди Джейкс говорит, это было хорошее время, но я не хочу, чтобы оно возвращалось, да? Когда там бутылки сдаешь, когда там последние деньги несешь в церковь, и счастливый, что ты участвуешь на жертвеннике, да? И потом наступает обязательно прорыв. У каждого из нас, у кого был прорыв в Боге вообще, когда-либо? Когда Бог тебя очевидно поднял из пепла, очевидно поднял из какой-то ямы. Было у кого-то? Но потом что-то пошло не так. Мы же хотим это все в стагнацию загнать. Пусть это будет всегда. А жизнь, она так устроена, что как бы я ни помылась, и какую бы прическу я ни навела, к вечеру я уже не буду вкусно пахнуть. И прическа моя уже не будет прической. Сальные железы работают. Сальцо начинает выступать. Потеешь. И что нужно делать? Возвращаться куда? Опять мыться. Опять порядки наводить. И что происходит в жизни этих женщин? В жизни этих женщин происходит катастрофа. Погиб муж, погибли два сына. И Наимень решает, что сделать? Вернуться. И две невестки. Одна возвращается в прошлую жизнь. А другая говорит, нет, а я пойду дальше. А я возьму и пойду дальше. Так вот, у меня сегодня слово к кому-то. Легко начинать, когда у тебя еще ничего нет. Тяжело начинать, когда у тебя что-то было, ты это потерял и потерял во Христе. Потерял в Царстве Божьем. Терять в Царстве Божьем – это сложнее всего. Легко терять на тех территориях, тяжело терять в Царстве Божьем. Когда тебе казалось, ну не должно было такого произойти, а ты опять на нуле, ты не просто... Наимень вообще уходила с мужем и с двумя детьми. Богатая женщина. В места, где она будет счастлива, где она будет сытая, где она будет счастливая. И что происходит? Происходит катастрофа. И мы видим двух женщин, которые одна возвращается, а другая говорит, а я буду продолжать. А я буду продолжать. И там говорит, и если что-то, кроме смерти, меня с тобой разлучит, я буду проклята.
Другими словами, я не надеюсь на то, что я выйду замуж. Я не надеюсь на то, что я там рожу детей. Я ни на что на это не надеюсь, но я надеюсь на то, что я буду продолжать идти этот путь. Если однажды я была с тобой благословлена, то если еще пульс бьется в моих венах, то еще ничего не закончено. А что делает сатана? Он говорит тебе: ты потеряла лучшие годы жизни. Возвращайся. И смотрите, ключевой момент, который говорит Руфь: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться. Есть обстоятельства, которые принуждают тебя сегодня вернуться к старым богам. Это может быть звучать очень банально. Я буду просто жить. Я буду просто ходить на работу. Но я буду просто вот что-то делать. Но просто же люди живут. Слушай, не для того ты путь шел, чтобы просто начать жить. Пройден путь, заплачена цена, потрачены лучшие годы жизни. Не для того, чтобы вернуться. Дело в том, что это ложь сатаны. Тебе кажется, что ты входишь во что-то новое, а ты всего лишь возвращаешься. Это как, знаешь, обман такой происходит в жизни людей, которые терпят кризис среднего возраста. Это когда тебе кажется, что у меня есть шанс начать все заново. Слушай, с новой женой или с новым мужем ты не заново все, ты не в новое входишь, ты начинаешь все заново. И однажды к этому периоду эта же женщина, которая когда-то была новая, станет опять старой. И все равно придется этот же экзамен сдавать. Ты не новое начинаешь, ты возвращаешься к старому, чтобы вновь бежать одну и ту же дистанцию. Просто с новым человеком. Но есть такой момент, что этот человек тоже приходит в свою старость. Для тебя он становится обычным. Ничего нового. И ты говоришь: ой, дурак, надо было с первой жить. Или: ой, дура, самый лучший мужик-то был у меня первый. Я глупая была. Это как многие женщины видят своего подростка, ребенка, и говорят: ой, срочно нового надо рожать, вдруг с этим что-то будет получше. А я тебе говорю, этот будет однажды подростком. Это не повод рожать нового, чтобы доказать самой себе, что ты плодовитая лоза и святых людей рождаешь на землю. Яблочко от яблоньки. Я хочу вдохновить тебя. У Руфь все получилось. Она пришла в землю, где была рабыней, чужой женщиной, никому не нужной. Ее, написано, обижали. Но из-за того, что она продолжала идти путь с человеком, с которым однажды была в благословении, она опять пришла в свое благословение. И стала госпожой всех этих полей. Мы еще не знаем, как все закончится. Никогда не суди ни себя, ни людей, когда они в процессе. Это всего лишь путь. И мы еще не знаем, до чего мы дойдем. Я хочу вдохновить тебя, драгоценная моя или драгоценный мой. Никогда не отходи от места, от людей, с которыми ты однажды был благословен. Это путь. Одна ушла к старым богам, жила какую-то свою жизнь, о ней больше ничего не говорится. А эта девушка вписана в родословную нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому есть ложное убеждение, что в Господе нашем должно быть все аллилуйя! Будет все аллилуйя! Но ты будешь спускаться в ад. И важно, чтобы вот это чувство аллилуйя было с тобой. Меня восхищает Иосиф.
братаны предали. Не просто предали, убить хотели. Он испытал жестокое насилие над собой. Его реально хотели убить, потом деньги победили. Слава Богу, что тебя не убили, а всего лишь продали. Хотя бы жизнь тебе оставили, деньги заработать можно. А жизнь все дана один раз. Потом он поднимается и опять в тюрьму. И там предательство. Но парень сидит и крепится и говорит: нет, я видел сон. Нет, я видел сон. Они обязательно мне поклонятся. Даже там, в тюрьме, я видел сон. И Дух Святой сказал мне, что сегодня Он хочет открыть глаза тем, кто что-то однажды видел, но обстоятельства заставили тебя это забыть, ослепнуть. Ослепнуть в призвании, ослепнуть... Вы знаете, я знаю это чувство, мне оно знакомо. Я недавно проходила жесткий кризис в своей жизни. Я столько пророчеств слышала в свою судьбу. Но наступил момент, когда я сказала: да это все фигня. Я в это не верю. Кто тебе даст гарантию, что это сбудется? Обстоятельства складываются так, что это вообще не сбудется. Все умерло. Но есть сила воскресения. Когда в один миг заходит этот сверхъестественный дух и воскрешает все то, что умерло. И поэтому я верю, что это же сила на этом месте. И все, что убило в твое призвание, все, что заглушило в тебе желание продолжать, я хочу сегодня призвать эту же силу, которая однажды воскресила Иисуса Христа, достала Его из ада. Пусть эта же сила сейчас наполнит тебя. Это же сила. Это же сверхъестественная сила. Без содействия рук человеческих. Сверхъестественно. Не узнаешь себя.